Здравствуйте! Добро пожаловать! Мои деды, прадеды, все служили России. Такого настроя, чтобы уехать, остаться во что бы то ни стало, у меня не было никогда. После революции ведь почти что миллион русских сюда приехал. Впервые в жизни, оказавшись в западной стране, понять, а что мне рисовать, собственно, здесь. Вот ужин молодых дворян. Францию очень люблю за тонкость. Тонкость, граничащая со сложностью. Своя культура, то, что вы читали, видели, вот это самое главное.